не только какашка, Дим, смотри, там куча, там как Франкенштейн, такое впечатление, что он из 10 человек, грубо говоря, Да, и создан. много всего, и кровь перекачивают, и ритуалы. Смотри, души висят у Сороса, у этого. Туша висят, там даже трансплантация органов внутренняя идет на уровне физики, на самом деле меняют. Там я вижу, почки меняли, сердце, я не уверена, ну что-то с сердцем, да, делали, по-моему, и сердце меняли. Есть, есть. Не, да, как печень, кусочек какой-то свежий подсаживали, я не уверена, что всю его заменяли. Я не знаю, как эти операции делают, но вижу, что на уровне печени присутствует чужая энергетика, там молодой буквально, Почки и, чужие, да. да, Все, 30 все, что могли, мили. поменяли. Человек, да, все, что можно, все поменяли, в принципе. Я же и говорю, что если на него смотреть на эфирке, он как контурная карта, как Франкенштейн, то от одного, то от другого, она отличается. Они пытаются стирать на эфирке, но они берут таких доноров, скажем так, которые будут его своей энергетикой вытягивать на уровень более, скажем так, высокий, и на уровень тот, который у них был. Они там раза в три его моложе, и он пытается вот этим вот жизнь продлить. Тоже, что подтягивается под уровень, ну, разбавляется, знаешь, оно как в сумме. 38 лет, а там старый и кучу мешается, и вот получается, что еще Ему там жизнеспособный. 78, а этому 18 условно, и вот Ну, да, и вот таким образом, да. вытягивают. Ну пусть синие разбирают. Деструкторы разбирают. На уровне энергетики пусть вырезают те части, которые ему не принадлежат. Знаешь, как вырезалку такую Пусть детскую. Раз, раз, раз. он кормит доноров. Они же ему пожертвовали. Они еще живы? Эти доноры? Нет. Ну, если почка, то могли жить. Я вот к Да, чему. Сердце-то могли жить. понятно, что никто не будет с искусственным сердцем жить. Зачем? Молодые парни. Почему-то сербы, Белград вот идет. Там погибшего взяли. Они же любят белую расу. И Вампирицы. такое впечатление, что знаешь, их я не знаю зачем, что это за ритуал такой проводится, но я вижу, что их не сожгли, их не похоронили, а как законсервировали. Им как не дают идти на перерождение, Да, чтобы так как, душа знаешь, подпитывала как свое тело и часть формальдегид тела. или что-то, что не разрушается ДНК структурки, а вот именно законсервированный такой. Да. Ну, соответственно, добавь туда чего-нибудь, вакцину какую-нибудь. А ежели правда Копию. туда вакцины вот этой, что они самую убойную делают, добавить, и пусть эти тела, ну, разрушаются, они же... И в него тоже. Он это все замутил. 8 там тел, его тело 9-е, но его физика это и есть, и там 8 таких, которые... Ну, цифра 9 они любят. А. Да. Как он хочет сознание это переселять в тело Вот других? это я и пока не вижу, как они хотят. Они хотят полностью переселять воспоминания. Не так, как душа идет на реинкарнацию. Они хотят оставить воспоминания, навыки, наработки, опыт полностью все. Как вот перенести из жесткого, ну как делать копию, ну понял, как в компьютере. Вот скопировать файл и перенести туда. Синий, Это у них. спроси, как они. Синий говорит, вот если большой синий его спросить, он говорит, что в принципе это возможно. У обычных синих спроси, как это Рой хочет делать. Обычные синие говорят, если получится синхронизировать все сигналы, которые они могут скачать, они могут вот это все. У них сейчас соответствующий уровень, чтобы вот из человека вытянуть полностью все и как сделать, ну, вот эти все связи даже на уровне привычек, даже на уровне эмоций, ощущений. Ну то есть даже тоже будет любить, там, если он привык булочками завтракать, он будет любить этими булочками завтракать дальше. Ну вот на таком уровне, даже на минимальном каком-то.
но вот синхронизировать новым телом. То есть вытащить они уже могут, а синхронизировать новым пока не получается. И не получится, потому что у тела есть свои воспоминания. Никак, я запрещаю. Ставлю крестик. Дай-ка ему руну конец пути. Хорошо. Внизу. Я поняла, хорошо. Другие руны есть в нем? Ну, над ним есть, да. Убрать. Забираю как-то моя руна. Угу. Над кем еще мои руны? Я над тем и над кем очень сложный стан стоит какой-то. 7, но не тех обычных рун, которые вон в интернете скачать можно, а вот эти вот руны, которые на самом деле руны. Исконные. Там, да, исконные, там 9 не бывает практически. 9 только стояло у некоторых, а у тех, которые люди, которые синхронизируются физическим телом, у тех только 7. Кон стоит, ну, стан стоит, неправильно. Стан стоит, и там у них есть, у кого 7, у тех стоит вот твой знак. Твоя руна. Забрать у всех. Поменять на противоположные руны и добавить конец пути. Пусть синий ставит всем. Хорошо. Всем масонам пусть ставят конец пути. Фух, Илья, передохнем 5 минуточек. Угу. Реально, блин, фух. Голова загудела, да. Так, наш любимый Сорос. Разгреблись немножко с другими наездами, программками. Ну, зубастиков и Соросу, и его команде. Ну и Феньку покажи. Пусть покусают все, каждый. Всех, кто вокруг него, и его тоже. Да, хорошо. Феньки могут вывести энергетику этих других людей, угу, из его. Именно, да, надо. Выдернуть хотя бы на человеческий уровень из этого инфернального из-за скобок. А покажи Фенькам те кристаллики человеческого сознания, что были сворованы у людей масонами. Угу. За скобками. Пусть поедет. Хорошо. То есть освободят, наполнят светом. Так, Сорос. Подарки есть? Он, конечно, и пытается их вытаскивать, но у него не получается все вытаскивать. Там как бригада с пинцетом за ним бегает. При бригаде тоже подарков. Там люди, кстати, есть. Да, там в основном люди. Там всего лишь несколько тех, у которых изменена уже энергетика. А в основном чистые люди. Чтобы не светить, ты знаешь? Чтобы делать то, что могут, не могут делать масоны. Да. Прикрывать его на человеческом уровне. Им статус. И пусть и уколоть. Угу. Когда
человеческое тело Сороса покинет разум или наоборот? Три-четыре года. Угу. Стереть память, стереть подключки синие. Сделать. У него какая-то как пунктирная линия, это я синие говорят. Угу. Как проскочит, то 3-4 года, а если не проскочит, то не проскочит. Я уж не знаю, как они. Надо, чтобы сентябрь линии. Был, чтобы не проскочило. Вот угу. Покажи им, он ударяется в меня и не проскакивает. Там заборчик, дыра. Угу. Там еще я параллельно. Какой у него уровень масонский? Степень? 32-й. Никому из тех, кто светится, кто на виду, никому 33-й не дают. 33-й только тем, которые спрятаны. Угу. Кто 33-й? О, их не знаешь ни по фамилии, ни по имени, никто их сколько не знает. Сколько их ты видишь? Да, вижу. Подарки есть? Не у всех или у кого нет, сколько их? По-разному вижу. Иногда вижу 1 сотня, иногда вижу 3 сотни. Как-то не могу понять, почему так цифры пляшут. Это же большая разница. Очень. И вообще сотни, 3 сотни на весь вот эти 300 спартанцев. Не знаю. То есть 300 семей, которые крутые, это, самые. Это, наверное, не именно что 33 уровень, это какой-то самый высокий. Угу. Они коллективно 33 уровень. Мне кажется, либо среди них есть просто люди. Они уже настолько вышли куда-то на какой-то уровень, что угу. Уже человеческое превалирует просто, знаешь? Уже как круг замкнут. Угу. То есть уже не надо никаких посвящений, просто да, да, генетика, да. Интеллект и да, да. Бред этот масонский никому не нужен. Руны над они... ними какие? Как цикл какой-то прошли. Это старые руны. Они убрать. Даются именно на 33-м. Убрать. Когда уже не нужны никакие подключки. Да, я поняла. Синим показала. Они делают это. Ладошки им жжет. Это когда убирают. Угу, да. Теперь не жжет. Забрал себе. Угу. Все, какие-то хреновые. Ух ты. От филина, от вампира есть. Круто. Ну, всем одну большую, можно маленькие руны. Конец пути. Угу. Всех подарков. Смотреть, у кого остались статус масонов, естественно, всем. Хорошо. Выбери одного произвольно. Хорошо. Ну, скажем так, самого похожего на меня. Да, есть такой. Кто это? Мужчина.
Белый. Европеец. Как так? Даже никакой не чистый ариец. Никакой не странной группы, что ли? Да даже гетеросексуальный. Удивительно. Они выше всего этого. Даже не педики. Некоторые. Конечно, большинство те. Рыбку. Довольно чистый кот, смотри, какой у него. Угу. Как, знаешь, это как выходишь на какой-то уровень, и все прошлые апгрейды сбрасываются, они как Уже аннулируются. не надо, да? Да. То есть это все у него было, а потом просто раз и обнуление произошло. К чему он подключен? Вот что их объединяет? Синие говорят общая генетика, но у них же у всех разная генетика. То Всех есть есть при выходе. генетика насекомых есть. Да. Какая это генетика? Да, присутствует что-то роевое или и она усилена. Ну, скажем так, или насекомого, чтобы попроще сказать. Что синие посоветуют, как это разрушить? Трудно разрушить, потому что это их природный цикл, говорят синие. Что такое природный цикл применительно к человеку? Они говорят, что это их естественный путь, это то, что у них было изначально. Эта генетика им не вживлена и не присажена, она у них как сохранилась. Но при переходе из одного уровня в другой она должна была аннулироваться, в человеческом теле не Да, приживается. да. А у них как-то вот посажена вот не искусственная, а вот как естественная Почему она присадка. в нашей вселенной? Они носители какой-то конфигурации роя, как уникальной. Конфигурации ДНК уникальной, неправильно сказала. Вот эту конфигурацию покажи мне. Как-то странно, ДНК как решеткой. Угу. Исправить. Синим покажи. Ломать. Да, я вижу, как кубик. Отделяю человеческое. Отделяю насекомое. Идет такое насекомое и создание какое-то. Вселенское. Сознание вообще там даже и мое есть. У Обамы, кажется, такая генетика. Подобное, да. Реально есть этот ген. У кого еще такой ген есть? Ну вот они показывают этих людей. А Обама как принадлежит к этой же группе, но он тот, который не входит в число Он 300. полукровка, да, он. Да, потому что он как полукровка, он как вынесен за внешний, который контур, Угу. который держит. А вот эти... Вот эти где-то в центре, внутри. Вот в центре Может, ну, есть. 280, это не именно 300 ровное Уже число. 300, да. Да, Ну, ну. уже меньше, то есть было 300. Да. Как 300 семей.
скажем так. У них какое-то, у них за это время, что произошло после вторжения, у них не изменилась структура ДНК. Они вот держат свою какую-то. Это не этническая, это какая-то другая группа. Смотри, сейчас как ДНК выглядит. Что происходит с ними? Илья, это вырождение будет. Они не будут могти, но у них не будет возможности иметь потомство. Да. Пиздетность и тупость. Если будут, будут абсолютно тупыми. Потому что интеллекта нет. У них был чужой интеллект, ну, почти как твари. Это наложено было на тварь, чтобы рой умнее. Мутация. Там я убрал сейчас ген мутации, убрал руну и убрал силу творца типа. Вот ту самую пустоту. А с ними что будет происходить сейчас, мое сознание? Как это объяснить? Это как шаг за шагом вниз, вниз, вниз по ступенькам. Щелчок Таноса. Испарение, да, испаряются силы, и они как сдуваются шариками вниз. Хорошо, всем подарки. Рыбки. Членам семьи тоже. Червячки. Котиков. Пусть поработают. Черные дыры. Ну, руны всем членам семьи тоже. Черная аристократия. Прищепочки, пробочки. Это как представители этих семей? Они роют планеты, да. Комитет 300, так называемый, да. Так и есть. Все было правдой у Колмана. О, голова болела. Пусть работают наши друзья. Лягушек. Они зажрались. Мне тоже смешно, я только на них посмотрела. Такие, знаешь, как потом дюймовочки. Так не хочу жениться. Или что там он говорил. Такой, Афиньков на траве. Пусть поедят. Сила чистая. Сочиться ненужная пусть. Не забирают. Не, мне не надо. Он говорит, тебе не надо? Я говорю, нет, мне не надо. Моя же сила. Просто. Жри. Перерывчик, потом займемся 32-м ярусом. Хорошо. Снова.